Всем привет! Женевский автосалон закончился буквально неделю назад, а обновленная шестерка и CX-5, которые дебютировали на его подиумах, уже добрались до нас. Итак, первой мы знакомимся с шестеркой. Скажу сразу, тест будет небольшим. Мы попытаемся сфокусироваться на главных изменениях, которые произошли с автомобилем. Ну что, поехали! Главное и, пожалуй, единственное изменение в экстерьере коснулись передка автомобиля. Обратите внимание на иную решетку радиатора и несколько видоизмененную оптику. Расширилась и цветовая гамма, но презентационным цветом по-прежнему остается фирменный красный. Наш тестовый экземпляр как раз выкрашен в новый серый цвет и щеголяет новыми же 19-дюймовыми дисками. Поклонники и владельцы дорестайлинговой Mazda 6 наверняка уже невооруженным взглядом заметили, что после рестайлинга автомобиль получил совершенно новую торпеду. Для тех же, кто еще этого не понял, рассказываем в подробностях. Кроме стилистических изменений, добавились и принципиально новые вещи. Например, проекционный дисплей над панелью приборов и дисплей по центру торпеды, который стал больше и теперь оформлен значительно красивее. Центральная часть передней панели визуально схожа с той, что стояла на дорестайлинговой версии, но на самом деле также была полностью переработана. Обратите внимание, здесь абсолютно другой блок климат-контроля. Да и центральный тоннель оформлен совершенно по-иному. Здесь новый селектор автоматической коробки передач, электронно управляемый ручник, то есть кочерги уже больше нет, новое же управление мультимедийной системой, а также достаточно красиво оформленные подстаканники. Обратите внимание, как изящно выполнена шторка, которая их прикрывает. Дальше идет центральный бок, скрывающийся под псевдоподлокотником. Почему псевдо? Потому что он никак не регулируется, не поднимается вверх и не сдвигается вперед. Что касается проекционного дисплея и дисплея мультимедийной системы, то они очень напомнили мне те, которые установлены в Mazda 3. Проекционный дисплей всегда поднят, независимо от того, выводится на него информация или нет. Опять же, он подсказывает водителю скорость, навигацию и также меню адаптивного круиз-контроля на него выводится, то есть насколько близко вы можете подъехать к впереди идущей машине. Ну и что касается центрального экрана, то его размер 7 дюймов. Функционал такой же, он сенсорный, но во время движения сенсор блокируется и можно управлять только с помощью центрального вот этого джойстика. До премьеры автомобиля ходили слухи, что он будет автоматически или механически, неважно, прятаться в центральную панель. Так вот, это не так. Он зафиксирован жестко и, как видите, прятаться не хочет, разве только что его принудительно отломаю. Как еще можно заметить, в отделке салона стало больше кожи. И если оформление центральной консоли мне нравится, то как оно решено, то цветовая гамма, коричневая кожа, если вы не видите на своих мониторах, а она по-настоящему коричневая, мне как-то не очень. Уж лучше была бы черная. Если попытаться резюмировать, то салон, как видите, подвергся наибольшему количеству изменений. И по моему мнению, он стал изящней и немножечко солидней. В плане технической начинки изменений немного, и то они в основном коснулись систем безопасности и систем помощи водителю. Соответственно, под капотом могут быть установлены два бензиновых двигателя, ну не одновременно, а на выбор, конечно же. Это 2-литровый и 2,5-литровый, и именно он в нашей тестовой шестерке. Его силовая отдача по-прежнему 192 лошадки и 256 ньютон-метров крутящего момента. Разгон до сотни обещан за 7,8 секунды, и если у нас будет такая возможность, мы это обязательно проверим. Кстати, нам удалось выяснить, что уже к концу года планируются поставки дизельной версии, которую предложат как с механикой, так и с автоматом.
Коробка-автомат принципиально не изменилась. Она по-прежнему шестиступенчатая, но добавлен спортивный режим. И это именно то, чего ей не хватало, по нашему мнению, вспоминая наш первый тест Mazda 6. Мы опробовали его как раз в самом подходящем моменте на горных карпатских серпантинах, и я вам скажу, что это очень хорошая вспомогательная фишка, которая, в общем-то, позволяет не переходить на подрулевые лепестки, а просто слегка пришпорить двигатель одним качком, скажем так, рычажка. Он не нажатием кнопки включается, а качком рычажка. Это удобно, это делается интуитивно, и автомобиль начинает ехать бодрее, он позже меняет передачи, то есть старается удерживать двигатель в режиме максимальной силовой отдачи и в режиме максимального крутящего момента. Кроме этого, инженеры решили доработать и звукоизоляцию в салоне. Для этого ее, что называется, улучшили по кругу. Моторный щит, двери, потолок и даже багажник были звукоизолированы лучше и, кроме того, поработали и над вибронагружностью, над ее снижением. По заявлению производителя, этого удалось добиться примерно на четверть. Ну, а нам по ощущениям действительно показалось, что в салоне стало тише. Если вы уже обратили внимание на этот странный характерный звук, то не спешите думать, что у нас поломанный автомобиль. Так работает система предупреждения о выезде с полосы. А вместе с ней и система непосредственно удержания автомобиля в полосе. Что касается предупреждения, то оно вполне явно, и создают его колонки на той стороне, куда автомобиль намеревается выехать. Ну а система удержания куда хитрее. Дело в том, что на откровенные провокации, если отпустить руль и попытаться направить автомобиль вспять, то он скажет, что удерживать рулевое колесо, пожалуйста, примите управление обратно, не надо вот этих вот шалостей. Но если вы чуть-чуть допустите осечку и чуть-чуть выйдете за пределы, то буквально на интуитивном уровне электроника вернет вас обратно. Зачастую этого можно даже не почувствовать. Ну и все это работает с помощью камеры, которая постоянно отслеживает движение вперед. Находится она вот здесь, вот над зеркалом заднего вида. И от ее сигналов, от ее команды уже принимается решение, подруливать шестерки или нет. Ну и еще одна фишка, про которую стоит обязательно упомянуть. К сожалению, показать вам солнечную погоду и ее работу мы не сможем, но тем не менее попытаемся объяснить. Это светодиодные фары головного света, которые умеют изменять свой световой пучок. Если едет встречный автомобиль, если вы догоняете попутный, то система автоматически принимает решение о корректировке света таким образом, чтобы не заслепить водителя другой машины. На самом деле должно это работать очень здорово, это абсолютно снимает всю ответственность водителя за переключение ближний-дальний, за какую-то корректировку фар. То есть все это делает автоматика, и делает это настолько прикольно, что, например, если вы догоняете попутную машину, то непосредственно на нее фары не светят, то есть не светят таким образом, чтобы не заслепить, но по обочине у вас обзор остается хороший, потому что они освещены. Если вы приближаетесь к повороту и машина это понимает, то световой пучок расширяется фактически до угла в 180 градусов, таким образом, чтобы как можно шире осветить вам обочину, чтобы вы могли заметить, например, пешеходов, которые намереваются перейти дорогу. Ну и, конечно же, при появлении встречной машины свет автоматически опускается вниз, его интенсивность опять-таки падает, и вы не встретите встречные машины. Из того, что приходит на ум, схожая система стоит на новых Мерседесах. А это значит, что Mazda потихонечку подтягивается в премиум-сегмент. Ну и чтобы как-то резюмировать наши впечатления о драйве на рестайлинговой шестерке с мотором 2.5, буквально пара слов о ее ездовых качествах, о проверке боем на карпатских дорогах. Что касается двигателя, то его мощности и его динамики вполне хватает, чтобы
три пассажира в салоне не чувствовали себя какими-то ущербными, то есть машина везет их отлично, и даже выходя на обгоны с помощью лепестков, скажем так, этого за глаза достаточно, чтобы совершить их уверенно и прогнозируемо. Интересно то, что на этом автомобиле стоят 19-е диски. Кстати, сам их рисунок и покраска как раз входят в список обновлений. И что было интересно для нас, как поведет себя машина на них, вытрясет ли она душу или попытается остаться комфортной. Так вот, по нашему мнению, это как раз второй вариант. Конечно же, в крупных ямах это все чувствуется, что яма крупная, что мы въехали в них на достаточно большой скорости, но на самом деле ехать даже по разбитым весенним дорогам, а кое-где они именно разбитые, можно с вполне приемлемым комфортом. Ну, а когда мы выезжаем на классный асфальт, то тут уже наступает просто-таки легкий кайф от хорошей плавной езды. Итак, наше близ-знакомство с обновленной шестеркой завершилось. Пробег Львов-Мукачево состоялся, и мы финишировали с расходом 8,5 литров на сотню километров. Но сейчас не это главное. Куда интереснее, что рестайлинг настиг Мазду буквально спустя 3 года после ее дебюта на рынке, и сделано это было отчасти для того, чтобы несколько подтянуть машину к, ну будем говорить, к премиум-сегменту. Внешность решили фактически не трогать, и оно и понятно. Автомобиль и сейчас выглядит словно концепт-кар. Ну а в салоне более радикальные изменения, и они пошли на пользу, он стал красивее. Что же касается внутренней начинки, систем безопасности, систем помощи водителю, то это никогда не будет лишним, потому что все мы так или иначе время от времени нуждаемся в каких-то электронных помощниках. Ну и если говорить в целом, то шестерка подтянулась ко всему модельному ряду Mazda, теперь он выглядит более органично и более лаконично. Поэтому я уверен, что в этом году бренду удастся показать не худший результат продаж. Но на этом наше знакомство с обновленной шестеркой не заканчивается. Я могу обещать вам, что в этом году мы обязательно возьмем ее, если не для единичного, то для сравнительного теста. Поэтому оставайтесь с нами, не забывайте подписываться на наш канал и читайте рубрику «Тест-драйвы» на сайте infocar.ua. Всем пока!